Привет всем, друзья! Мы продолжаем с вами разговор про проект под названием AYEN. Это порноиндустрия, которая переезжает на блокчейн. И сегодня я хочу рассказать вам про токен SAIL и про токен AYEN. Как мы видим, 21% токенов, 21% из 350 миллионов AYEN уже реализован. Ну что ж, давайте с вами смотреть на детали токен SAIL. Всего будет выпущено 350 миллионов токенов. Из них 88% достанется участникам краудсейла, то есть основной стадии и предварительных стадий продаж. 7% останется команде. 3% партнерский фонд, то есть это советники, инвесторы и все, кто вообще принимает участие в разработке стартапа. Ну и 2% уйдет на баунти компании. Как я уже сказал, 350 миллионов токенов всего. Пресейл, его первая стадия началась давным-давно, с 15 июня по 29 июля он проходил, а публичный сейл идет сейчас, с 13 октября по 24 ноября. Ранние участники, те, кто участвовал в early пресейле, получили определенные свои выгоды и так далее и тому подобное. Ну, об этом вы можете почитать также у них подробнее в white paper, в разделе 7 все подробно описано про сам токен, про токен SAIL и про использование средств. Токен AYEN стандарта ERC-20 платформы Ethereum. И давайте как раз мы с вами про распределение средств поговорим. То есть, естественно, команда планирует собрать необходимую сумму. Софткап 1 миллион. Софткап, естественно, достигнут и без проблем. Идеальный сценарий 35 миллионов долларов. Это хардкап проект. Так вот, куда и что будет потрачено? 30% планируется потратить на маркетинговую программу, то есть на развитие, на рекламу, на популяризацию продукта. 40% на дальнейшие исследования и разработку непосредственно самой экосистемы, самой сети, самой платформы. 10% это логистика, 10% это расходы на персонал и партнерские, 10% еще это партнерские проекты. Партнерские проекты, что это означает? Это предоставление финансовых ресурсов партнерам. Финансовые ресурсы им предоставляются для того, чтобы они могли создавать лайв живые выступления, лайв-шоу и другие сетевые мероприятия, а также оплачивать моделям продвижения в сети AYEN как популяризацию, как перед запуском платформы Porn School. То есть, вот так. Ну что ж, друзья, я еще раз вам говорю, все, что вам интересно, вы можете почитать в 7 разделе. Давайте мы с вами немножко пролистаем, поищем, где это. У них вот, видите, я все листаю. У них просто гигантский white paper, друзья. Просто огромный white paper. Конечно, там много всякой ненужной информации про... Ну, как ненужной? Нужной, конечно. Каждый член команды растянут на страницу. Давайте с вами попробуем здесь отыскать. Еще раз перейдем к оглавлению. Ага. Так, токен, это 7 раздел, довольно трудно найти, давайте по поиску поищем с вами, не парься, токен SAIL, не хочет, давайте а токен просто, слишком много здесь всего. Ну что ж, друзья, я думаю, что вы самостоятельно можете найти, вот он токен SAIL, это у нас 73-я страница. Здесь, в принципе, расписано все то же самое, чуть больше про бонусы, такие же красивые графики, диаграммы. Поподробнее расписано, куда будут расходоваться средства. Ну, а вот про дорожную карту мы поговорим с вами уже в следующий раз. Естественно, токен AYEN будет использоваться для оплаты функционала, для оплаты контента, для вознаграждений, вообще будет являться топливом экосистемы. Что ж, друзья, подписывайтесь на мой канал, следите за AYEN в следующем видео «Дорожная карта и команда проекта».